дозвон. Ребята вам покажут, как это нужно делать.
повелись духом, давайте-ка, ребята, отгадаем мои загадки. Какая красавица наряжается раз в году? Ой, какие молодцы! Новогодний двуликий бал. Неправильно. Кто еще попробует? Новогодний двуликий бал. Молодец. Низкорослая метелица. Но немного неправильно. Поземка, да. Поземка. Я слышал правильный ответ. Молодцы. Ледовое литье. Молодец, Лёд. Жизненная опора Снегурочки. Это, конечно, тоже правильно. Но еще ответ. Мой ответ — олень. Результат праздничной зажигательности. Правильно, молодец. Дедушка, это все, конечно, очень интересно, но скучновато. У нас вообще-то тусовка, а мы все на какие-то вопросы отвечаем, будто мы на викторине. А что вы все словами странными выражаетесь? Тусовка, крутая. А как это по-современному? Дедушка, 21 век на дворе, век новых технологий, интернет, новые ритмы, песни, а ты уж совсем отстал. Тусовка — это танцы, крутая, значит, современная. Так научите меня этой вашей тусовке и прочего. Сейчас покусим. Ребята, а давайте научим Дедушку Мороза веселиться по-современному. Встречаем 10-й А. Я уже стал современным. Ну, почти. Осталось тебе только новое имя придумать. Ты у нас будешь МС Морозычем. А что такое МС? Да, отстал ты, девушка. Не МС, а МС. Человек, который зажигает на празднике. Зажигает? О, это я люблю. Я люблю зажигать огни на елке. Дедушка, зажигать по-современному — это значит веселиться и других веселить. Понял, понял, не тупой. Сейчас я позову ко мне ребят, они будут веселиться. И всем остальным, глядя на них, будет так же весело. Будем зажигать. Давайте еще позажигаем. Приглашаем 9-й А бурными аплодисментами. Итак, наш вечер продолжаем. Как говорится, в добрый путь. Зажигали-то вы хорошо, а огни-то на елочке не горят. Непорядок. И волшебных слов никто не говорит. Как же так? Ребята, давайте поможем Дедушке Морозу, а то уж он совсем расстроился. Скажем его волшебные слова. Все их помнят, мы их каждый год говорим. Раз, два, три, елочка горит. Не горит, значит, кто-то промолчал. Говорят-то все, но не прикольно. И не зажигательно совсем, вот и не зажигается. Дедушка, я поняла, ты же сегодня у нас МС Морозыч, а значит, волшебные слова нужно по-современному говорить. Понял. Скажу в ответ, конечно, нет. Новогодний всем привет. Будем вместе мечтать. Новогодний рокачать. Начинаю зажигать. Ну, дедушка, а сейчас мы тебе еще огоньку добавим.
Встречаем аплодисментами 11 класс. Yeah.
Ох, и жарко мне стало после таких танцев. Вот так что без зимы. Ну, значит, действительно, самое время елку зажигать. Да, сейчас, может, и получится. Еще и мы с Кикиморой огоньку добавим. Чтоб вечерок продолжался у нас, зажжем мы огни на елке сейчас. Дед бородатый с фигурками тёлка станет сверкать новогодняя елка. Да уж, добавили огоньку, ничего не скажешь, повеселили. Теперь дедушка Мороз точно пора. Пора, ребята, ну-ка посмотрите друг на друга. Видите у соседа что-то на носу? Что это у вас на носу? Сопля? Нет, Новый год! Делайте вот так. Чувствуете? Новый год на носу. Елочку зажжем? Давайте еще раз громко и зажигательно. Раз, два, три. Елочка, гори! Хоровод и спеть самую новогоднюю... Молодец за энергию вашу. Не даете мне стареть. Приглашаем на сцену 10-й Б-класс. С Новым годом, друзья! С Новым годом! С новым счастьем и с новой мечтой! За мечтой в путь зовет этот добрый Новый год! Пусть удачу принесет этот славный Новый год. Пусть любви побольше будет в этот чудный Новый год. Берегите друг друга в этот светлый Новый год. Пусть рядом будет верный друг и в праздник, и в ненастье. И пусть ваш дом, как снежный ком, всегда приходит счастье. Дорогие друзья, в народе говорят так. Лучшая песня та, которая еще не спета. Лучший город тот, который еще не построен. Лучший год тот, который еще не прожит. Так пусть же новый 2024 год принесет вам 366 солнечных дней, обилие теплых встреч и улыбок. Пусть сбудутся наши мечты и планы. С Новым годом!